Смотрите, какая красотень! Друзья, всем привет! Сегодня покажу находку моего подписчика, которую он поднял не так давно. Замечу, поисковик псевдонимом итальянец в оригинале «Италиец» копает не так давно. Черкасской области, а именно с 1 апреля этого года. Это был его 6-й выход. Между нами не раз замечал, что черкасская земля богата на хорошие бородатые находки. Да, друзья, парень нашел горшок. Он был найден прибором Nocta Simplex Plus на небольшой глубине в лесу. Но что там было и сколько это все стоит, а? Давайте посмотрим, не гоните лошадей. Всего было 507 монет, представьте только, больше чем 500. Из них это 23 штуки орты, шестаки 31 штука, трояки 45. Основная масса это были полтораки, а именно 373 штуки. Это монеты Сигизмунда III ваза. Но было же еще в этом горшке 35 московских чешуек. Все было вперемешку. Вот так вот ходили деньги в то время. Поисковик находку забрал домой. Но это и понятно. Мыть особо не стал. Так, пару монет для пробы. Оно и верно. Если неправильно почистить, то это просто огроменный минус к цене, но если вы думаете это когда-то продавать. Поисковик подержал это все в руках, посмотрел, поигрался и решил это все обменять на деньги. Но это его право. Вот остатки горшка и 507 монет были проданы на тот момент за $2620. И это, напомню, был 6-й выход. Красота! Чтобы донести вам эту информацию, я взял это видео для канала Камрада Димона. Желаю также вам подобных ведух под катуху. До встречи на просторах Украины. А вот честно, вы мечтаете найти клад? Так что, друзья, если хотите увидеть свою находку в моих видео, или вам нужна помощь в выборе или покупке прибора, а может хотите что-то обменять на деньги, не знаете как, пишите. Все ссылочки под видео. Подумаем вместе.